30. Я тоже хочу. Значит, вы просто прыгаете 30. Девочки, хорошо, спасибо. Я тоже хочу. Мама, я хочу. Он не хочет. Девочки, сюда прыгайте. Девочки, все, да? Ага. Так, боец, пожалуйста. Мальчик, там прыгаете пошире, кстати. Девочки, пошире. 30 крючков. Сейчас мальчиками вы. 4 мальчика прыгают, а одна девочка. Руслана, тебе как раз нужно, чтобы 4 чека прыгало. Да, все, добро. Так, кто у нас там? Вот. Я. Так, давай, где? Так, смотри. Хорошо. Это у нас... Давай, карета, моя, вот карета. Так, хорошо. Олег, хорошо. Так, там у меня тоже все. Хорошо. Эй! Я сделал. Еще 30. Еще минуту прыгаю. Эй, кто там с телефоном? Я без телефона хожу, а ты с телефоном. Вы предупреждаете на тренировке родителей, что вы на тренировке, чтобы они не беспокоили. Так, сейчас. Девочка, все со скакалками сели. Так. Мальчики, сейчас посмотрим, как вы прыгаете. Не знаю. Вот сюда. Да. О, вот сюда, вот сюда. Вот сюда. Артем, вот сюда. Габриэл, вот лицом ко мне. Вадим сюда. Вадим сюда. Вадим сюда. Лицом ко мне. Виктор Руслана, сядьте здесь. Я засекаю время, а вы посчитайте, сколько они прыгают. Сколько он прыгает? Сколько он прыгает? Кто давно посчитает? Я. Пусть девушка посчитает. А то все, тренер к тебе прибавит там. Кто его посчитает? Я. Хорошо, тебя будут считать Беатриче. Так, а кто Артема посчитает? Я. Значит, посчитает Аделина. Аделина я могу запомнить, потому что у меня внучка Аделина. Вчера она гимнастикой занималась, занимается. И как раз... Можешь даже ты. Аделина, я тебя прошу, присядь туда, пожалуйста. Слух считаете? Он. И я сейчас... Так, я засекаю, девочки... Девочки, засекаю 3 секунды. Вы считаете вслух. Затем мы его. Сколько они прыгнули. Складываем. Выходит 2000. И за не одну минуту делаем больше, чем они 4. Выходит Олеся и делает больше, чем они 4. Выходит Николеса и делает больше. Просто Белина делает больше. Правильно они посчитали? Правильно. Девочки всегда считают неправильно. Ой, правильно. Приготовились, приготовьте. Внимание. Отсюда. Я
Осталось 5 секунд. Как 5? 3 секунды. Стоп! Стоп! 28. Стоп! Да. Да нет. У него сколько? 2000? 28. 54, 74 и 8, 82. 82. Сколько у него? 45. 82 и 45. 82. 102. 82 и 120. 127. А у него? 36. 127 и 30. 157 и 6. 163. Так, слушаем. Положили его сюда, положили. Так, выходит Беатриче. Выходит. Да, вы. И выходит Олеся. 170. Это тоже будешь делать? Хорошо. Так, иди сюда, моя дорогая. Что ты иди сюда? Вот я сейчас вижу. Вот я. Жасмин, а ты пойдешь со второй. Присядь, я там тебе дам, Вике дам, и Руслане дам. И привет, не упай. Значит, видите, вот здесь. Ты считаешь, Жасмина, значит, девочки, 170, у вас не 30 секунд, у вас минута. О, пиздец. Готовы? Да, да, но нет. И нет. Начали. Все равно прыгай, все равно прыгай. Слушаем. Дышать, дышать, выдох, 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 не забывайте. Еще 40 секунд. Thank you.
Тогда вы трое. Жасмина, Руслана и Вика. Уно, двое, три. Значит, у мальчиков было самое большое сколько? 170. Нет, у мальчиков было 30-40 с чем-то. Нет, у меня было 53. 53. Значит так. 54. 54, стоп. А 54, Габриэль, сколько у тебя было? 36? 36, у тебя? Не помните, кто считал это? 28. 28, ты должна сделать 29. А вы должны сделать, у него 56, значит 60, за 60. Конечно, можно. Но смотри. Вот смотри, видишь, Беатриса, да? Она после болезни и ей сказала мне, что очень плохо. Она будет плохо себя чувствовать. Поэтому если чувствуешь немножко хорошо, то есть прыгай пока нормально. Чувствуешь немножко усталость? От отеи или еще что-то? Можно пока ничего на себя показать? У меня тоже есть. Так, осторожно, там падает. Внимание! Кто считает? Посчитаешь, да? Так, Ксюша тебя считает. Я. Олеся считает Вику. И Руслану считает Николай. Итак, приготовились. Сейчас мы начинаем. Забывайте дышать, держите очень большой трубой нормально. Всего 15 секунд. 5, 4, 3, 2, 1, стоп! 76! Пацаны! Нет, 76, 30 секунд. Руслана? 68. 95. Йо, пацаны, я офигею. Так, пацаны, ваша задача, то вы берете скакалки по мальчике. Девочки отдыхают и вешайте мне на шею. Вот, видите? Вот так. Так, эти можно тоже. Где-то поменьше, да. А вдруг
Сейчас же видите, как болезнь распространяется. Быстро. Поэтому обязательно предупреждайте не после тренировки, а до. Подошли сказать, Сергей Дорич, вот я не была тогда, почему-то сейчас я приболел, была температура, плохо чувствовала. Все, и я уже тогда нагрузочку даю меньше. Хорошо? Так, ну у меня... А, Жасмина, ты красавица. Пацаны, вас Жасмина порвала, как... Я пробудить девочек не говорю, потому что а Жасмина вас порвала. Я в шоке. Так, значит, слушайте внимательно меня. Мальчики, раз вы проиграли, то вам приз. Вам приз. Да, иди сюда. Иди сюда. Я тебе перейду в старшую группу, попрошу, чтобы твое тело убили. Он сказал плохое слово. Не играть роли, ты скажи, вот так делать нельзя. Подойди в сторону и все. Нельзя бить. Хорошо? Ну просто я... Нет, вот посмотри. Вот если бы ты плохое слово сказал, он тебя ударит, вот это нормально. А когда ты бьешь маленького, ну зачем? Ну я не сильно так. Не надо снести, даже никак не надо. Хорошо? Не надо, не надо. Габриэл, да, потихонечку старайся плохие слова и не говори. А сейчас девочки возьмут скакалки. И будете бить мальчика. Скакалками. Нет, мальчики, я вас прошу, да, мальчики, поставьте все мячи, пожалуйста. Нет, 6 мячей туда мешок и 6 мячей сюда. Мальчики, пожалуйста, вы вдвоем, Вадим, возьми еще, поставьте мячи, вон мешок есть. Ух, да, хотел бы тебя обратно. Ты забираешь домой? Хорошо. Так, конечно, вон еще мяч такой. Эти надо убрать из пола. Нет. Эти мячи... Давай сюда. Вот туда. Вот так. А ты там еще мяч. Да, возьмите там мячи. Артём, не надо. Ты стоишь, тренер стоишь, ты стоишь, балуешься. Не обязательно, не сюда, ты сюда. Сюда, сюда. И посмотрите нужно. Питер, повесьте. Надо будет вам как-то поставить. Девчонки, возьмите его так. Сейчас у нас мальчики будут убегать, а девочки будут бить. Еще раз. А мне жалко мальчика, вы их будете бить. Что тебе? Могу немножко. Еще раз. Они будут жаловаться? Пожалеем, да? Нет, жалеть мы их не будем. Мальчики, сюда ко мне. Вот, вытащили желтый мяч в конце там. Мальчики, подошли ко мне. Мальчики, ко мне. Да. Мальчики, ко мне. Где бойцы? Эй, боец, не упай. Значит, вы смотрите. Один там, один здесь. Еще раз, вы идите право, заходи сюда. Вот, видите, там, только здесь. Сзади вы можете взять мяч, выйти, и вы их выбиваете. Девочки бегают, вы их выбиваете. Пожалуйста. Ой, я очень хорошо. Туда. Девочки, центр. Центр. Руслан, Жасмина,
Куда? Назад! Прямо туда нельзя заходить! Еще назад! Назад! Вот. Значит, смотрите. Вы не стойте близко, чуть подальше, не падайте. Даже если вас попали, вы садитесь или туда, или туда. То есть, я даю 3 минуты, они вас выбивают. Если они не успеют выбить, я потом скажу. Готовы? Убегаем! Убегаем! Хорошо! Есть, ушла. Не трогать мяч. Бери. Только отсюда тебя. Быстрее сюда. Стоп. Беатрич. Встань сюда. Так. Значит так, девочки, вы не выходите, но я считаю количество попаданий. 10 раз вас попали, все, вы уходите, мальчики заходят. Хаджина, ноль. Раз. Окей, мальчики. Два. Два, быстрее, мальчики, два, еще 8 раз. Ниже кидай. Пас, вот, кидай прямо на него. Вот. Три, четыре. Молодец, умница, девчонки. Пас, а потом бросай. Нету. Что такое, пацаны? И Стоп. Значит, девочки, вас попали 4 раза. Пять. Там задело и ушел. Сейчас мальчики в центре выкидали. Поменялись. Вот, да. Стоп, Габриэл, подойди ко мне сюда. Девочки, будьте внимательны, а что здесь будет? Внимание! Хаджина! Алло! Отсюда пазла, да? Так. Стоп, Матея, где ты еще один мяч? Нормально, не понял. Куда ты бросаешь? Внимание, стоп, и нет команды, стоп! Отжимай! Давай-ка по команде будем делать, приготовились. Отжимай! Вот так, пусть бегает, знаю. Нету. Есть. Раз. На меня вся. Два. Три. Вадим, бросай. Игра. Ну, все.
сюда. Я! Стоп, Мате, мяч положить туда. Легите на живот. Мяч сюда положить. Опа, у нас уже свинюшка. Так, внимание сюда. Значит, сейчас я отмечаю путь. Вы запоминаете ваш свой номер. Я повешу на вешалке. Они будут оставаться здесь, они будут. Потому что я знаю, вы туда их забираете, они у вас там валяются. Мои куртки не валяются, пачкаются, рвутся. Поэтому я, кроме Вики, кроме Русланы, так, девочки, ушли вот туда, мальчики вот сюда. Отжимания, 20 пресс, 20 приседания. Вот это сядешь. Нет, надо. Приготовили, здесь делаем. Все, поехали. Так. Делаем. Когда сделали, ушли туда сели. Так. Посмотрите внимательно. Сейчас я вам скажу, кто у меня кто. Я на том, вот здесь она училась, она призёрка в Европу по самбо. Эти юноши, девочки, молодёжь. Алина приседает, здесь вообще. 3 года занимала, 50 лет занималась. Она, ну, то есть 4-й республики, то самый победитель. Диана тоже. Алина призёрка в республике. А вот эта новичок, она уже 8 лет занималась. Она тоже призёрка. 3-й призёрка. И я награду 4-й. Так. Сейчас. Какой номер катается? Снимай кимоно. Так. Тройка. Да, давай. Где ставишь вот сюда, ты можешь идти на ночь. Олеся, давай сюда, снимай пояс. Нет, ты знаешь как, ты просто